Политика, скандалы, свежие новости. В начале о главном. Погнали. Лидер партии Батьковщина и фракции этой политсилы в парламенте Юлия Тимошенко на брифинге 21 июля заявила, что ее партия готова создать коалицию только с президентским политсилой «Слуга народа» и партией «Голос» музыканта Святослава Корчака. Мы уже неоднократно говорили, что если будем формировать коалицию из всех патриотических, проукраинских, проевропейских сил в парламенте, мы готовы быть в коалиции только со «Слугой народа» и партией «Голос». Больше мы ни с кем создавать коалицию не готовы, сказала Тимошенко. В то же время, по ее словам, будущая парламентская коалиция зависит от президента Владимира Зеленского. Мы ни на кого должностей не претендуем. И мы будем служить Украине, где бы ни было в коалиции или не в коалиции. Решение, будет ли наша команда в коалиции за президентом Украины, заявила Тимошенко. Также Тимошенко подчеркнула, что по мнению ее команды выборы прошли максимально честно. 21 июля украинцы голосовали на внеочередных выборах в Верховную Раду. Избирательные участки в Украине закрылись в 8:00. Выборы проходят по действующему избирательному законодательству, предусматривающий смешанную систему, закрытые партийные списки и 5% проходной барьер. Украинцы изберут 225 депутатов по спискам и 199 мажоритарные округа. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.